Единое национальное движение опубликовало письмо, которое бывший мэр Тбилиси Гиги Агуава написал находящему в тюрьме Михаилу Саакашвили. Сообщается 12 октября СМИ. «Миша, пока ты не очень здоров и силен, я не буду писать лишнего. И не прошу тебя прекратить голодовку. Ты сам знаешь, как тебе поступить. Хочу тебе сказать, что за все последнее время лишь только твое возвращение столь удивило и восхитило меня. Ты с огромной легкостью совершил акт исторического масштаба. И ты, наверное, должен увидеть нашу национальную тюрьму. Короче, все идет по законам исторического символизма. Надо немного потерпеть. Наши люди потихоньку заведутся. Сейчас народ потрясен и шокирован всем этим. Знаю, у меня не будет других дел, кроме того, как вытащить тебя оттуда. Я мучаюсь от мысли, что ты там находишься в тюрьме у Бензимы Иванашвили. Я не могу этого вынести. У меня стоит ком ненависти в горле. Остальное потом. Я не предлагаю тебе читать там книги. Не думай, что в этом наши вкусы совпадут. Я горжусь тобой так, как никогда ранее. Гиги». Было написано в письме Агуава Михаилу Саакашвили.